Да это же не мастер класс, потому как меня накрасить. Просто я готова расписаться. Ну вот так все нормально будет? Да. Просто так тебя фактически не видно. Ничего. Далековато ты там как-то. Нормально, мы же не тьюториал по макияжу снимаем. Ну хорошо. Потом подрежут все, что лишнее. Так, снять? Да. Потом не снимешь. А потом вопрос, как надеть. Ну да, у тебя горло узковатое. Ну, потихоньку, может, как-нибудь там. Ну, да, конечно. Да, не страшно, я все равно ношу. Я думаю, что меня просто машин теряют. А, ну она хоть длинными рукавами, тогда ладно. Да. Так, кожа у тебя, насколько я помню, нормальная, да? Да, ты хвалила. Еще, да. Так, у тебя нет никакой аллергии на капли? Нет. На капли? Да, давай так просто я в глазах. Там что, по капельке надо? Да. А они для чего? Чтобы синие глаза стали? Нет, чтобы, ну, белки они отбеляют немножечко. Тут глаза немножко красноватые. Все, хватит? Ну, если ты чувствуешь, что одна капля закапалась, то все, да. Ну, да. Все, я поморгаю немножечко. Угу. Вот он, сигареты, визажист, красивый глаз. Нет, ну как, наш счет, это как-то, то, что потом нормально смотрелось. С утра обычно у всех глаза такие, немножко еще обалдевшие. Это самое приятное, да? Я каждый раз, на самом деле, только нервничаю, когда с ресницами что-то делаю. Ну, очень плохо. Ну, из-за того, что у меня там линза, и меня бог что-нибудь выскочит, и буду я потом тыкать пальцем в глаз. А почему с ресницами? Ресницы же когда делать не задевают? Нет, когда красят, или там, знаешь, нижнее веко красят, что-нибудь такое. Вот, я каждый раз хотя я понимаю, что ну, вряд ли мне попадут в глаз. Да нет, просто не знаю. Вот. Но все равно я каждый раз такой. Нет, наоборот, лучше расслабься, если будешь головой вот так вот дергать, если от страха. Он там не, может. Не, да? Я не дергаю, но внутри меня такой мандражит. Ну, это понятно. Я без линз, но я вообще очень плохо переношу, когда мне что-то делают с ресницами или со слизистой. Я слизистую красю. Я сама себе не могу толком это сделать, потому что у меня прям глаза очень чувствительные. Ресницы накрасить без проблем, а вот слизистые, конечно. Я вот когда как-то 100 лет назад красили как-то верхнее, внутреннее веко. Ну, вот да, так. Карандашом, знаешь, там попадает. Да, да. И я думала, все, я посидею. Хорошо, подглядаем вам кисточку. Ёлка, у тебя прям как в детстве большая. Да. Знаешь, мы в детстве ставили елку, а потом какое-то время не ставили. И тут уже там спустя, там, не знаю, лет 10. Я говорю, давайте поставим елку, давайте ставим. Мы достаем, а она по ключу. Блин, она же была большая. Мама говорит, да нет, ты просто была маленькая. Ну да. Слушай, а у меня вопрос, они у тебя все вот то, что мне присылала, то ли свет такой, то ли у них у всех теплый тон. Свет просто. Это зависит еще от освещения там. Поэтому некоторые фотографии получаются более холодные, некоторые более теплые. Я вчера хотела написать, не обращая внимания на общий более теплый тон, но... Сотники уже понятно, в принципе, потому что они теплее, холоднее. Да нет, конечно. То есть я не такой. А
реснички, почему ты такой? Потому что они очень плохо все наращивают, они начинают наращивать прямо с этого уголочка. Угу. Наращивать вот сюда, и, соответственно, они сразу роняют угол глаза. Глаза получаются вот так. А должно это быть вот так. И поэтому никто, фактически никто не наращивает, чуть-чуть отступив от края и ориентируясь вот на эту линию. Все ни на что не ориентируются, просто делают с угла. Ну вот почему-то. Так да. Поэтому 95% наращенных ресниц – это проблема. Потому что они начинают не совпадать с линией макияжа, вот этого поднимающей линии. Получается, что у тебя линия выше, а ресницы начинаются ниже. И такой дурацкий диссонанс в итоге, что и главное, ничего уже не сделаешь. Ну вот он все и делал. В любом случае, все глаза индивидуальные, разрез глаз у всех свой, разный, но наращивание у всех одинаковое. Поэтому мне проще сделать собой, потому что точно все было по-человечески. Потом же ресничку, когда делаешь наращенные ресницы. Квест какой-то. Нет, просто они все начинают отлетать. Ну и потом думаю, блин, как бы это сделать так, чтобы половина ресниц хотя бы осталась на глазах. Ну какой-то дурдом. Ну потому что межресничка, они же клеят как раз к этому же месту. А мне нужно-то именно там прокрасить. Ну, естественно, часть ресниц не выдерживает. Ну и получается уже странно. Получается, ну что скажешь? Не скажи человеку, что... Извините, глаз упал. У вас уже, да, части ресниц нет, я приклею. Поэтому... Приходится делать так, чтобы дать положить. А сколько они, кстати, держатся твои? Ну, если очень аккуратно снимать мейк, то, ну, дня два продержится. Если нет, то, соответственно, можешь снять прямо месяц тушь. Я посмотрю, сейчас я тебе сделаю на обычный клей, я не помню, у меня более сильно остался или нет. Я могу тебе там 30-го сделать на другой клей? Он такой прям... Ой, ну, у меня там запись не нужна. Я-то забыла, ладно. Нет, 31-го, в последний день января. Ты как это самый вокзал на двоих, когда там эта девушка была в гостинице. Говорит, замуж, говорит, выхожу. Дата такая, так жениха еще не выбрала. Ну, такая у тебя тоже дата есть, но фиг узнать. Какая там дата? Ну, какая дата? Ну, да. Да, у нас еще эпопея, я никак не могу записаться в консульство, чтобы, ну, податься после свадьбы на вид на жительство. В Латвию. Потому что нет мест. Где Латвия? В этом самом, в посольстве. То есть там просто все занято. Просто в декабре все занято, в январе все занято. Так, я тебе вот тут вот одну ресничку уберу, в смысле волосочек? Да, конечно, уберу. Ты переезжаешь, что ли? Ну да. А, совсем переезжаешь, да? Ну, как это, нет, я возвращаться-то буду. Совсем с концами. Вот, поэтому мы уже такие, типа, ну, если вдруг освободится окошко на январь раньше, я говорю, записывайся, перенесем свадьбу. Я говорю, ну, в принципе, репетиция у меня до Нового года, ну, да. Платье у меня готово, в принципе, я могу. Да, можно идти. Вообще на биоаллергии просто.
Значит, с одного участка даже есть расчет, я приношу 200 граммов только получается за одну стрижку. Я не помню, как шутка, которую я бы там туда, значит, из шерсти обычно вяжут керамику в палечке. Значит, вещи невесомые, вот это тоже отмечают где-то, и прекрасно сохраняют тепло, гораздо лучше, чем любая другая шерсть. И еще обойдется там, если кроме, где-то примерно начиная от планки 3000 рублей. С Мариной-то еще как-то пересекаетесь? Да, она меня будет фотографировать на свадьбе. А я как раз думала, она будет интересна. Она и в гостях у меня будет, и я говорю, ты меня попадаешь. Она такая, конечно. Классно. Да, так мы пересекаемся. Не часто не получается из-за работы, что у меня, что у нее, но стараемся по возможности. Хорошо. В общем, да, понятно. Кролики, повторю, требуют особенного ухода. Знаете, это если вдруг... Ты не обращала внимания? Репетиция на месяц. А перед свадьбой приезжаешь, и на место изменилось в размере. Ну, радикально прям нет. Просто иногда бывает такое, ну просто я так понимаю, что местное внимание все-таки не обращает. Они начинают стричься или краситься. А, после того. Да. Вот это вот интересное, конечно, самое заметное. Бывает очень редко, слава богу. Но иногда такое бывает. Какой-то легкий шок такой. Да я, по-моему, перед первой свадьбой я что-то прям похудела за месяц. И мне еще и голос сел. На свадьбе как подросток сама еще с волосами была. Сейчас я понимаю, что я тоже худею. Ну, понятно, что на 10 килограмм не похудею. Ну, хорошо, да, спасибо. Поэтому платье у меня там лежит уже с контактами. Портнула, если что-то за пару дней ушить. Ну, да. Ну, я вот не видела так, что прям радикально, прям совсем. Поэтому... У меня это просто, вот как раз на первой свадьбе это случилось. И я тогда поняла, зачем на большинстве свадебных платьев корсет с утяжкой. Потому что я похудела, мне было сильно велико, мне спасло только то, что на нем был пояс. И нормально. А так прям несколько пальцев лишних было там. Причем, понимаешь, это чисто эмоциональная история. Конечно. Может быть, наоборот. О, да. Там же корсеты не спасут. У меня еще история. Ну, платье там до лопаток примерно открыто, спина. И здесь тоже. И... У меня вся спина сейчас прыщиками пошла. Что ж такое-то? Что-то реакция на что? Я не поняла. Вообще не поняла. Мне кажется, вот то есть, если я была в Европе 3 месяца, вернулась, не знаю, можно климат как-то поменялся, и я запрещала. Вода? Вода точно, потому что я обратила внимание, что
знаешь, смотришь, типа думаешь, как же не дать голову на теле, как они это делают. Пользуешься всеми советами, помогаю. Я поняла, что реально вода по всей Европе, я не могу не мыть голову, не мыть, я чисто выглядит. Я уже мою, потому что я понимаю, что, ну, наверное, надо помыть. Сюда приезжаю раз в три дня. Ну, понятно. Даже с шампунем и с этим самым бальзамом со своим оттуда приехала. Думаю, ну, чтобы вообще чистота эксперимента. Точно. Ну, хорошо, вода. Ну, если будут какие-то проблемы, в любом случае, я же замаскирую все это, уже надо только дыхать до спины. Тоже так же долго. У тебя же все будет открыто, в любом случае, декольте также будем обрабатывать. Ничего, это смешно. Как-то я не особо верю в какие-то приметы. Ну, ты, блин, пошла все читать. Ну, еще покажи платье. Нет, покажу, ты кому покажу. Нельзя, нельзя. Ну что, покажи, что может быть? Платье нельзя показывать, да? Нельзя. Нельзя. Сколько сейчас? Цену узнаю. Да, да. Он говорит, ну туфли, туфли купила. Покажи туфли. Говорю, туфли можно. Туфли. В общем, там столько нюансов. Оказывается, еще на самом деле, чем длиннее фата, тем дольше и богаче будет жизнь. А я такая, господи, это же нужно не фату делать, а просто фатин из дома разматываться. Из рулона прям до ЗАГСа. Понятно. В общем, эту часть мы опустили. Этот примерно мне подходит. Да, поэтому у меня платье видела только мама и ты. Хорошо. Думаешь, уже не помню? Надо же, я думала, что только жених не должен видеться после этого. Я начала рыть, поэтому жених вот вообще 100%, а по поводу всех остальных, типа, лучше тоже на 100%. Я думаю, не буду проверять. Необходимости острой показать его еще кому-то нету, поэтому нормально. Ты не мешал тебе на коленке есть? Что ты там говори куда-нибудь есть? Представляешь, какие-то надо условия, как он собирает, так что... Коленки твои я даже не замечаю, честно говоря. Я, кстати, думаю, тоже есть высотки стоят. Да? Да. Без спинки, правда? Ну, это, знаешь, это барный табурет или какой-нибудь. Ну, да, но это, в принципе, тоже как отчасти как барный. Нет, я просто использую как прикроватную тумбочку. Ну, у тебя стоит вообще классно. Такой же высокий, как этот, да? Полный супер. Значит, можно вывести. И можно еще на всякий случай померить точную высоту. Ну, плюс-минус приблизительно как-то. А чем мы хуже-то? Причем, правда, не только перед нами, но и...
американскими кинопроизводителями в том числе. Но сегодня не обязательно о «Роме и судьбе» пойдет речь, речи даже, скорее всего, нет. Какой-то другой фильм мы взяли, взяли какую-то известную фразу и немножко ее ремейкнули. Ну что, ремейкнули? Задача такая, собственно, обратить внимание на то место, где мы сделали ошибку, сказать, как было правильно на самом деле, и смотреть фильмы, вот что вас интересует. Давайте на сайт radio7.ru и стать сегодня для победы требуется аж 28.28 декабря. Именно так, именно в конверте выйдем наш подсчет, так что 28-й получит свою прекрасную, красивую, полезную, компактную. Подпишусь под каждым словом. Да не извольте беспокоиться, сейчас все будет. И быстренько, одна нога, или что там у нее? Ну, очень неладно, одна нога тут, а другая тоже там. Я задумался, а что у нас действительно? Очень путанно все, получается, надо удалить очень внимательно, чтобы понять, как было в оригинале. Ну и вспомните, может, кого-то переподастся. Это очень известно, очень известно. Все, название и где там неточность. Напишите, расскажите на сайт radio7.ru. Радио 7. А еще с этим платином? Я же сначала заказала платина Wildberries. Минимализм из этого. Когда его привезли, я поняла, что это вообще фу. Mm-hmm. Оно прям тряпочка-тряпочка. Я бы даже так вот просто для жизни не купила. Mm-hmm. Ну, я понимала, говорит, ну поехали в салон. И поехали мы на этот самый садовод. Там же есть огромная галерея свадебная. Mm-hmm. Приезжаем туда. А там вот как в страшных снах. Mm-hmm. Эти картонки, занавесочки. А, ну садовод же широко. Колхозные тетки. И все такое, знаешь, вот, типа принцесса, но такое, знаешь, китайская принцесса. Я такая, что-то нет. Я говорю, тут даже как бы вот, даже по стилю ничего не подходит, все не то. Вот. Но тут мы зашли в один павильон, там был белорусский бренд, «Стрекоза» называется. У них такие красивые платья и ткани, и все. И, ну, мы сделали, ну, как бы, скидку на эту картонку. И вот начала я все мерить, и все. Ну, они же там все носят, они же там, понятно, процент с продаж. Ну, вот они там всякие разные платья. Ну, я радостно это меряю, но я не знала подвоха, что когда ты невеста, у тебя мозги раком становятся. И съезжают на мигрени. Тут я понимаю, что как бы из моего минимализма не осталось ничего, потому что мне нравится платье со шнуровкой на попе, мне нравится длинный шлейф, куда его в наших погодных условиях пихать, он сразу станет черным, непонятно, а они радостные, типа, да ну что, его же можно бы химчистить. Я говорю, да, как бы зачем мне свадебное платье после свадьбы, нахрен надо его химчистить. Я говорю, значит, классно было на фотках и в жизни, в день X. Вот, в общем, я оттуда вышла в таких этих растрепанных чувствах. Уже у меня просто колбасит. Я говорю, мама, мне надо на воздух, мне надо покурить. Я уже все, я не могу. Мама, ты что, куришь? Я говорю, прости. Да, ты что, куришь? Да, сегодняшнего дня уже курю, да. А я говорю, прости, ну как это могла? Я говорю, ну вот, видишь, пришлось в этот день примерки садебного платья с этим, я признаться. Вот, в общем, я так вот, я прям вот, у меня, ну, как это, скупая слеза, что чёрт, потому что я понимаю, что мне нравится то, не что я планировала, совсем не то, совсем другое. Вот, мы вышли, я говорю, ну ладно, мне надо переспать с этой мыслью, не денусь никуда ваше платье. Вот. И, в общем, до 5 часов утра, что я, что мама, не сговариваясь, просто я утром уже узнала, она мне об этом сказала, искали эти платья. Вот, и поехали в итоге в салон на Сухаревской. И там оказалось платье, которое было у меня в голове. Ну, слава богу. Хорошо. Вот, поэтому, да. Если хочешь какое-то определенное платье, не имею другие. Это, кстати, да. Вот это я вообще замечаю, что если чего-то тебе там где-то понравилось, то лучше уже не морочь себе голову, только сама себя сбивать будешь. Я померяла всякие там. Там же на Сухаревской, конечно же, там принесли всякие платья. А платье, не знаю, принцесс, эльфа.
Ну, как-то так. Я не подарю. Ну, знаешь, у него просто вот здесь вот от шва на платье были такие небольшие, это не фата, а как бы тоже такая сеточка, но оно до пола. Вот так руки берешь, как будто крылышко. А, понятно. Прикольно смотрится. Но я что поняла, из платья с большой юбкой, у них не видно движения. То есть вот из-за юбки ты начинаешь двигаться, а движения нет. То есть у тебя это ты колокол. Все равно оно шикарно и красиво для фотосессии. А вот в реальности все не так нравится. Кому как, я так понимаю, что кому-то надо, чтобы было удобно, красиво, ткань строилась. Кому-то можно стационарно, но чтобы просто вот картинка красивая была. Ну да, понятно, потому что все от цели зависит. Как поженись-то подойдет вот к этому пирожку. Это, знаешь, это в основном плюс-минус восточные девочки, они выбирают вот это вот стационарно большое. Mm-hmm. Им прям нравится, им не важно, кто к ним подойдет, а кто нет. Просто вот им надо красиво встать, и чтобы это красиво сфотографировалось. Mm-hmm. Просто чтобы все на тебя посмотрели на красиво стоящую, так скажем. И все остальное. Они на самом деле фактически не танцуют. Mm-hmm. Они просто так вот, так не спеша передвигаются, так скажем. Ну, на самом деле, вот плюс-минус такие вот восточные свадьбы, там невесты фактически не танцуют. Ну да, там вообще, да, 100-500 тысяч гостей. Ну да. Сидят. Поэтому там нужно просто красиво постоять, красиво пройти, и на этом закончится. Ну да, для такого, наверное. Тут подружка заказывала, купила себе собаку, и заказывала ей на деликатес.ру, как будто мясо заказывала. Два раза заказала, и потом скидывает в чатик, говорит, слушайте, смотрите, с 6 минуты я реально выиграла главный приз. А там запись, значит, прямого эфира, деликатес.ру, оказывается, у них кто онлайн оплачивал через СБП, они разыгрывали, в общем, главный приз 50 тысяч баллов, 1 балл равен 1 рублю, на личный кабинет, на который ты можешь там заказывать еду. В общем, они ей звонят, а она даже не знала, что участвовала. Говорит, я платила через СБП, я, говорит, даже не видела эту надпись, что типа вы будете участвовать. Там вот, смешно. Голос такой. И он говорит, да, я выиграл. И они, это не розыгрыш, это правда. Баллы типа сразу после эфира будут у вас на счете. Mm-hmm. Я такая, да, ну спасибо. А я не знала, что я участвовала. И я говорю, слушай, по твоему голосу прям видно, что ты думаешь, это мошенники, послать их нахер. Mm-hmm. Или может быть правда. Она говорит, я правда думала, уже трубку урозь. Ну какой развод, я ничего не участвовала. Потом говорит, слушай, вроде никаких кодов, ничего не просит, все нормально. Говорит, и реально зашла после эфира, посмотрела, правда, 50 тысяч баллов у меня на счету. Говорит, спасибо собаке, у меня теперь на год, блин, запасов еды будет из деликатески. Это вот этот гель делает какой-то брови широкие. Отчасти головой, да? Ну, хороший кино, может, конечно. Ну, конечно, он белый там широкий, но просто он хорошо держит. Mm-hmm. Широкий, а не русский, это как-то сделаешь само же. Ну, да. Я все сколько пыталась, они, ну, надо мне были дебильные гели какие-то нестойкие. Mm-hmm. Почему они такие? Две минуты подержатся, а потом обратно в свою исходную форму. Ну, а если гель не очень, то тоже, конечно.
тут освещение плохое, я тебе потом в зеркало. Там, если хочешь, могу сразу в зеркало, дай тут тебе лицо выходить. Не-не. Если где-то жирно, начинает складываться, если это розовый. Ладно, розовый там еще не будет. У тебя давно план сети живет? Недели две. Мне еще тут просто вдруг как-то захотелось, потому что на самом деле у меня с цветами сложности, они меня почему-то как-то задерживаются. Я уже их перестала, честно говоря, давно заводить, потому что что-то как-то мы с ними не очень. Но я плансети, я каждый год себе покупаю плансети, думаю, что это же не нужно, следующий Новый год, я покажу мне красные цветы, один хай, засыхает. Ну вот, я решила ее, да. В общем, я уже тоже плюнула. Я ее решила поставить, думаю, пускай стоит, а потом сам, скорее всего, выкину. Ну вот, да, и вот я теперь тоже к ним так же отношусь, потому что я не могу с ними справиться. Так, если что-то почувствуешь слезиться, ты мне скажи, я сразу сделаю перерыв, проморгаешься, потом продолжим, ладно? Это, ну, как бы такой, можно сказать, разбавитель. Спасибо, у нас
Не терпел, уж скажи, я делаю перерыв, сделаю, но так проще. Ничего страшного. Нормально?
Что, может, немножко для голову поведу, что если тебе на свет плохо смотришь, то плохо не смотришь. Нормально, тяжело кладу. Просто свет ешки. Привычка. На тебя смотрю. Не приду на чай. Пересматривала Бриджит Джонс. И даже выяснила, что у нее есть третья часть, такой ух ты. Даже посмотрела третью часть. И даже на удивление они ее не испоганили, она хорошая. Может, не закрывать просто на себя? Говорить о том, что это станет такой новой классикой рождественского кино, пока, наверное, рановато, но честно.
фильм получился красивым и интересным. Так что советую посмотреть на Гриффа. Спасибо. Спасибо. Дреешь, дорогой, дреешь. Да. Искусство протокола Яков Здоров и Экарсус. Утро может быть... Попробуй секунду, которую влагать. Сверхсвязываем торты из сюрреалистики. Ну а тогда каждый глоток момент совершенно в удовольствие. Изысканный купаж, богатый вкус. Выбирайте премиальные годины. Зорко, отказ. Thank you.
Thank you.
нравится. О, как. Только брови очень волосатые. Ну что, сейчас посмотрим. Волосатые? А ты как понятие? В смысле, они как вот у волка, а хочешь, чтобы они как-то полегать, что ли? Ну, сейчас до конца доделаем, посмотрим. Ети получились. Так, ты любишь ресницы повыразительнее или поспокойнее? Просто накрашены уже для меня выразительные. Я обычно не крашу. Это, наверное, поспокойнее, чтобы я не было совсем уж. Ну просто, мало ли, может быть, так как ты их наращиваешь периодически. Я наращиваю, я себе делаю классику. Я, честно говоря, не знаю, в не плане знаешь? Толщины классики, что это значит? Это одна ресничка и объем, ой, длина, по-моему, 10. Ну, может, сейчас посмотрим. Одна ресничка, в смысле, там, ну, не тройной объем. Uh-huh. Самый маленький, чтобы, типа, вот просто я накрашу. Uh-huh. Закрыть? Не-не-не, пока не закрывай. Mm-hmm.
Ну, я сейчас где-то 10 лет перейду. Сейчас я подсуну. И я же, наверное, просто прямо не смотрела, да?
общем, не переживай, что их кажется много, но просто очень что-то нет. Mm-hmm. Угу. Иди в зеркало, там посмотришь нормально. Ну, чуть-чуть. Не прям так уж сильно крашу, но немножечко. Иначе не смотрится немножко отделивать свои чекрыши. Ничего я обычно не крашу, но он уже там же. Если я делаю 2D, тогда я прихожу.